В поле зрения оперативников транспортной полиции и Балтийской таможни попал 49-летний иностранный гражданин, в настоящее время проживающий в городе Санкт-Петербурге, который причастен к совершению незаконного перемещения культурных ценностей через таможенную границу. Транспортные полицейские установили, что мужчина через Балтийскую таможню вез купленные им за границей культурные ценности, а именно предметы интерьера, общая стоимость которых составила порядка 1 200 000 рублей. Согласно таможенной декларации, подтвержденной документами, предоставленными одной из экспертных структур, ввезенная мебель относится к культурным ценностям и была доставлена на территорию страны для личного пользования и по заниженной оценочной стоимости. По предварительной информации, недобросовестный продавец таким образом пытался уклониться от уплаты таможенных пошлин, так как оформление культурных ценностей для личного использования попадает под льготу в соответствии с международными соглашениями. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчина выставлял на продажу ввозимый товар посредством сети интернет, а также в одном из антикварных магазинов города. Стоимость культурных ценностей, привезенных из Европы, в магазинах в несколько раз превышала заявленную им в декларации. По материалам, предоставленным сотрудниками транспортной полиции, таможенными органами, было возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226. Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это контрабанда культурных ценностей в крупном размере. Культурные ценности изъяты. Оперативные сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции устанавливают дополнительные эпизоды незаконной деятельности, а также лиц, которые, возможно, могут быть причастны к ней. В отношении обвиняемого избрано мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.